что в жизни самое главное? Это счастье, как в том фильме. Путь к счастью лежит через 4 гормона. Запоминайте, записывайте. Итак, поехали. Первый гормон – дофамин. Он вырабатывается при достижении цели. Ставьте себе маленькие цели, вы будете достигать, получать это счастье в виде дофамина и так далее. Если вы ставите большую цель, скорее всего, на пути вы испытаете кучу стресса. Конечно же, вы получите огромное количество дофамина, но помните о том, что это будет сбалансировано тем стрессом на пути к этой цели. Второй гормон – серотонин. Когда вы получаете социальное уважение, вы значимы для общества, выделяется этот гормон. Для этого нужно публично выступать, либо написать книгу, либо полезную статью, либо прийти в каком-то сообществе позаниматься, даже можете йогой в группе по здоровью своей. Когда ты нравишься людям, тебе приятно, делают комплименты. Третий гормон – окситоцин. Когда вы любите и вас любят родные, близкие, жена, муж, собачка, кошечка, цветочек, сублимируйте, генерите эту любовь, будет больше здоровья, будете моложе, запомните, окситоцин. Самое главное, храните эту любовь, не обижайтесь, не прессуйте, не старайтесь свои ожидания спроектировать на своего партнера. Просто любите. И четвертый гормон – эндорфин. Все очень просто, занимайтесь спортом, делайте физическую нагрузку, и тело скажет вам спасибо. Он появляется от движений. Эндорфин. В том числе вы можете заниматься танцами, это придаст вам счастье, и тело будет хорошее. И, допустим, у вас плохое настроение, значит, эти 4 гормона куда-то улетучились. Что нужно делать? Правильно, заняться спортом, полюбить человека, либо самому генерить эту любовь, получить социальное уважение и достигать целей. Будьте здоровыми, будьте счастливыми, скачивайте в нашем марафоне, ссылочка внизу, уроки, упражнения, аффирмации, медитации, это бесплатно. Занимайтесь, будьте лучше.